Газета «Вольная Кубань» подвела итоги всекубанского читательского референдума «Кубань-2012. Человек года». Абсолютным победителем стал первый заместитель губернатора, а в числе пяти лауреатов референдума протоиерей Сергий Карпец. Он награжден номинацией «Духовный родитель Кубани», рассказывают наши краснодарские коллеги. Всекубанский референдум «Человек года» проводился в крае 16-й раз. За годы его проведения победителями становились и лидеры Кубани, и простые труженики. В 2010 году победителем референдума стал митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. А в нынешнем году абсолютным победителем всекубанского читательского референдума «Кубань-2012. Человек года» признан первый заместитель губернатора Краснодарского края Джамбулат Хатуов. В пяти номинациях признание кубанцев получили врачи, работники образования и науки, спортсмены. В номинации «Духовные родители» звание лауреата референдума получил протоиерей Сергий Карпец, настоятель Михайло-Архангельского храма города Крымск. Голосование шло в газете «Вольная Кубань» в течение 2 месяцев. Победителей номинации предлагали и выбирали читатели. Отец Сергий имеет много заслуг в епархии. Благодаря его трудам в Крымске был построен большой собор во имя архистратига Михаила. А в прошедшем году, после удара стихии, батюшка развернул при храме штаб помощи пострадавшим от наводнения, где священнослужители и добровольцы трудились буквально днем и ночью. В награду отцу Сергию был вручен диплом лауреата всекубанского референдума «Человек года» и символ издания «Вольная Кубань» – скакун каслицкого литья.